Всем салам алейкум, друзья, всем доброго времени суток. Прибыли мы, как улица называется? В общем, кафе Самарканд, подъездной переулок, дом 17. Подъездной, правильно? Вот. Стоим сейчас возле входа. Такое незаметное по виду кафе. Сейчас зайдем внутрь, попробуем. По отзывам, у них стоит твердая пятерка. То есть они тянут вообще, то есть читал отзывы, был приятно удивлен, то что есть такие заведения, которые чисто на пятерку работают. Значит, место такое все, как бы малопроходимое людьми. Я бы не сказал, что здесь прям, но машины здесь ездят, много очень машин часто ездит. Там метро, кстати, Балтийское метро. Витебский вокзал недалеко. Поэтому мы сейчас зайдем внутрь, посмотрим, как там внутри, уютненько, не уютненько, тепло ли в эти снежные деньки. Начинаем. Вот так вот помещение выглядит. Это первый зал. Смотри, вот витрины. Даже рыба есть. Я понимаю, что это сёмга или что. Также на видео самса, разновидность самсы. Как мне объяснили, я поспрашивал, прежде чем сюда зайти, то, что здесь тесто разное. Это треугольное. Да. Салам алейкум. Вот. В общем, вот так вот в зал. Пойдем. Сейчас скоро на углу, смотри, елочек стоит. Вот здесь у них второй зал. Такое, ну как бы среднее, небольшое, не маленькое заведение, как бы. Вот так все выглядит. Акцента никакого на восток, на Узбекистан я не вижу. Честно. Скромно. Все скромно, уютно, как бы. Деревянный такой трон. Вот я обратил внимание. Что это? Ну, друзья, мы присели вот сюда, в уголочек, чтобы никому не мешать. Вот о меню. Кафе Самарканд. Вывески на улице, как вы видели, уже нету. Наверное, пока нету. Я не знаю, насколько они здесь уже... Как давно они на этом месте работают. Давайте посмотрим, как вообще меню. Здесь цены поменялись, естественно, с нынешней инфляцией. Цены все меняются быстро очень. Обратите внимание. Мы заказали корейку баранины и говяжью вырезку. И еще две самсы из разных теста. Ну и чай, естественно, мы заказали чай. Цены вот такие у них вот. Так что, в принципе, меню не очень такое большое. Среднее менюшка. Очень даже маленький ассортимент, насколько мне кажется. Ну а пока мы заказали, пока ждем подачу. Ну, мы заказали чай. Как, блин, чай еще не принесли, как ни странно. Чай должен первым подавать, чтобы люди согрелись в эту зиму. Люди. А пока вам всем желаю вкусно питаться, полезно питаться, мощно питаться, чтобы не замерзать на улице в эту зиму. Ну и смотрите ролик до конца, ребят. Ставьте. Ваша активность помогает мне двигаться дальше. Спасибо. Вот так, друзья, выглядит подача у них. Зеленый чай с лимоном принесли в первую очередь. После того, как я сказал, нам сразу принесли. Так. Это получается у нас баранья корейка, так подается, с помидоркой. А это Наполеон, говядина с Наполеон, я бы вспомнил то, что... Вот. Сейчас попробую.
будем пробовать сейчас Наполеон. Что-то мне его хочется в первую очередь. Есть Наполеон, это мясо, это в данный момент это говядина. Делается вот так рублетами посольно. Курдюк, говядина, курдюк, мякоть, говядина. Вот, вот так вот, то есть, чтобы было понятно. Прослойка, да? Да, с прослойкой. То есть, курдюк, мясо, курдюк, мясо. То есть, вот так. Очень ароматно. Еще две лепешки должны были принести. Это же не фанат хлеба. Да. Я попробую. Вкусно. Вот знаешь, тут та граница, когда специи и соль вот так вот по полосе идут. Да, то есть если ты больше сыпнешь, уже все пересолил. Чуть меньше сыпешь, все недосоленное. Еще хочу попробовать лук с уксусом, он или нет у них. Да. Уксусом полили сверху, потому что у них на столе нет уксуса. Попробуем. Вкусная говядина. Шашлык очень вкусный. И прожаренный, наверное, да? По цене, мне кажется, 350 рублей, по-моему, стоит. Но это мы в конце еще посмотрим. Просто цены каждый день. Цены каждый день меняются, поэтому надо смотреть по факту. То есть, это баранья корейка. То есть корейка — это реберная часть, да. То есть вот стейк, да. Именно та часть. Ой. Так, помидорку я не хочу пока что. Так, ножика нету. Ножик нам не дали. Возьму я соседнего стола. Что-нибудь подставлю. Так. Попробуем сейчас. Корейка баранья. В этой схватке, в этом раунде выигрывает баранья корейка. Однозначно. Я тебе даю весь Наполеон, корейку я съем. Так или иначе, корейка моя, короче. Все это шутки. Запьем чайком. Помидор, мне кажется, это красота. Не более того. Запеченный помидор. Мы еще заказали две самсы, поэтому ждем. А пока мы кушаем. Итак, друзья, принесли нам самсу. Вот так выглядит. Это которая была там на барной стойке. Квадратная и трехугольная. Сейчас посмотрим, чем они различаются. Мне сказали, что у них тесто разное. Начинка такая же, тесто различается. Она холодная. Они даже не подогрели даже. Из тандыра это, а это из духовки. Определяю тем, то, что смотри, здесь видишь, то есть от пергамента следы, от листа, от противня следы, нету глиняных следов, то есть, а здесь смотри, то есть здесь глиняная плоскость, ну и сама самса, смотри, как будто она стекает, то есть села вертикально, ну и как капля, видишь, получается. Начинка тянет, а здесь же она ровная. Вот. Давай попробуем, ладно. Что уж поделать, даже если и холодная.
Здесь оно слоеное и более тесто более тверже, наверное. Само тесто вкусное. Начинка, она была бы сочнее, если бы ее подогреть. Так как жир внутри застывший. Ну, а тесто вкусное. Тесто вкусное. Давай пробуем. Посмотрим, как она выглядит. Это более теплее. И это течет, смотри, прям. То есть, ну, вон жир. Куртюк. Здесь более тесто мягче, нежели вот это тандырское. Но тесто, да. Я объясняю то, что здесь жестче, потому что оно будет падать, если налепить ее на стенку тандыра. Ну, то есть, это самса домашняя. Я склоняюсь так, более ближе к домашней. И по вкусу, и по тесту. Ну, а это же ресторанный вариант, там дырная чистый восток, то есть запах вот этот колорит, хрустящие корочки вот этот. А здесь и нету хрустящей корочки, и она вещь мягкая. Как-то так. Ну все, друзья, мы кушаем. Ну что, друзья, мы вышли бодрые, сытые в этот морозный вечер. Вот так вот кафе выглядит. Мы разговорились за барной стойкой. Они, оказывается, совсем недавно открылись, поэтому еще нету названия кафе Самарканд. Поэтому, ну, еще стоит, конечно, им доработать все вот эти планы, знаете, когда обслуживание. Ну и кухня у них, по-моему, конечно, вкусно было, но что-то там стоит, все равно надо было подогреть, оставить, регулировать все процессы вот эти, подача, все остальное. Мы продолжаем -20 снимать для вас контент. В общем, друзья, чек вышел на 540, то, что мы заказывали, там, корейка, баранина, Наполеон, две самсы из разного теста, одна сходка с другого тандыра, чай с лимоном. Наверное, скорее всего, он сделал нам скидку, поэтому вышла такая сумма. 540 рублей. Наверняка там чек был на большую сумму, нежели 540. Поэтому, кто хочу пожелать этому заведению, чтобы оно процветало, продвигалось и вперед там, подачи. Поэтому, друзья, всем здоровья, одевайтесь потеплее, не болейте. Кто, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем двигаться дальше, если вы будете активными. Все, всем доброго. Чтобы не жить одиноко, что же случилось за нами, разрушили сами сны. Что обещание мы дали, чтобы не жить одиноко, что же случилось за нами, разрушили сами сны. И реки уносят наши дни, наши печали. Посмотрим меню. Вы уже заказали? Да. Мы уже заказали. Что мы заказали? Один шашлык. Корейка баранина. Говядина на кости или что там было? Вырезка, да? Вырезка. Вырезка говяжья. А, ребра говяжья, по-моему. И баранина. Да? Баранина еще. Так я баранину только что сказал, ты чё, блин, тупишь? Блядь, надо вставить видеоролик по-любому. Зачем? Я думаю, просто свет выключил. А заряд нормальный, батарея? Смотри. Ну что, друзья, мы продолжаем. У нас выключилась камера. Подачи и так далее. Скирли зарядом. Ну, это ничего не меняет. Зачем остановил? Режим контакт.